Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть Resistance 3, мы находимся в Сент-Луисе, здесь все, как вы видите, не очень хорошо, сюда мы прибыли на лодке, сам по себе воеж на лодке по местной речке тоже не особо удачно прошел, давили со всех сторон. Теперь Маликову как-то... Кто-то выстроил оборону вокруг башни, здесь могли остаться живые. Маликову очень плохо. Нам нужно забраться туда наверх. Я вижу уже здесь химеры. А еще очень странно, что я временами просто не могу перейти через рельсы и застреваю в них. Это странновато. Я отдохну. Мне плохо. Рампа открывается с другой стороны. Иди. Так, хорошо, пойдем. Я залипаю просто на этих рельсах временами. Вот так вот. Я не могу пройти. Странно. Потом там берешь и проходишь. Ладно, неважно. Что за знак? Сопротивление? Да блин, отпусти меня, рельсы. Эти штуки опасны вообще, нет? Есть подозрение, что... Да, еще как опасно. Я бы не знаю, честно говоря, Маликову хоть какой-нибудь пистолет бы дал. Офигеть. Вонь какая. Что это было? Пипец, смотри. Так, нет, туда я не пойду. Ты постарайся попасть за забор. Да сейчас деда приду. Внимание, инфицированные. Внимание, опасность. Да я вижу уже. Ты посмотри на это дерьмо. Это... Так, ну нафиг уходим. Что-то мне это не нравится совсем. Фу, хорошо. Это пока все-таки кусается, значит. Ладно. Что у нас там? Там у нас ничего, да? Хорошо, погнали. Этой пакости просто... Все стены, короче. Это не круто. Так, а там что? Там ничего. Давай по-быстрому. Да, блин, задел все. Да сейчас, подожди. Я бы, честно, с дробовика просто вынес бы вот это вот и все. Мне бы так спокойнее было. Офигеть. Сейчас от часу просто
не легче вообще. Ой, блин, пипец. Он ушел. Нам очень повезло. Смертоносец беспощаден. Очень опасен. Здесь нужно быть осторожным. Так, Лады, ты там, а я тут пока посмотрю, что есть вообще. Хорошо. Граната. Что ты смотришь? Я старик. Окей. Так, все вроде. Патроны не берутся. Значит, по максимуму. Найти его раньше, Химер. Да он же падал, ты не видел, что ли? Ну, не знаю, мне деда. Надо отдохнуть. Здесь безопасно. Иди, Джозеф. Иди, ищи самолет. Отлично вообще. Прикольно. Руководство к самолету. Витол. Это скорее даже не самолет, а что-то такое. Полувертолет, полусамолет, да? Видите, у него по бокам там лопасти. Хорошо. Что-то как-то почитать не дали особо. Ну, хорошо. Погнали. Знаете, так даже спокойнее, потому что ни за кем не придется присматривать. Дедушка у нас пускай там отдыхает, а мы будем сами по себе пока. Но с другой стороны, честно, сюда идти особо неохота, потому что, видите, он warning, infested. Чарли, это Элис. Сели нормально у пивной. Нас окружили химеры, если слышишь, пришли помощь. Латник, второй этаж. Готов! Мать. Япона, мать. Это чавканье еще. Я уже хочу наружу. Атомайзер. Электрическое химерское оружие для подавления массовых беспорядков. R1. Электрические заряды ближнего действия. R2. Черная дыра. Понятно. Это может быть и круто, но шотган. Мое любимое оружие. Офигеть. Какой кошмар. Валим. Просто валим. Есть ощущение, что стрелять по ним не особо стоит. И понятно, короче. Погнали. Топим. Казалось, что кто-то идет.
Так, а давайте попробуем эту пушку. Что-то их там порядком, я смотрю, лезет. Во, как надо. Неплохо. Но только временно. Спокойно. Без падений. Ой, ой, ой. Так, пора косить. Слишком много всякого дерьма. Спокойно. Турель, помогай как-нибудь. Ого. Нормально. Уходим, уходим. Здоровье маленько взяли. Так, я думаю, пора брать гризли, потому что на остальном патронов не так много. А вот сейчас я бы не отказался, если бы... О, блин. Если фонарик выключился. Да, твою-то мать. Все? Окей. Нет, вот так. И вот так. Просто валим. Так, понятно. Это нормально все. Я так хотел. Здесь вас бросили. Смотри, вся бригада на меня. До свидания. Всего хорошего. Все, короче, обратились до одного. Да, блин, лезут и лезут. Свободен. Еще. Вот он, мать. Надо валить. Надо. Надо валить. Наверху. Кругом. Вот так, хорошо. Что дальше? Нет. Спокойно. Что дальше делаем? Как эту штуку опустить? Будем искать. Будем по-быстрому искать.
Так, ну, понятно, тут мы были. Хорошо. Я просто в панике, наверное, что-то не заметил там. Скорее всего, там, в этой кабине, есть какой-то пульт, где можно что-то нажать и пройти дальше. Но я не уверен. Пока не лезут вроде. Нормально. Ну да, нормально. Я же не знал. Завод, да. Тут, походу, вся смена на меня вышла. Повстречать меня. Ну, нафиг, бежи. Так, тут что? Термит. Термитом особо не пользуюсь, но тут не повоюешь с его помощью, конечно, он медленный. Так, нет. Жив. Жив. Ну нафиг. Вашу мать. Я ничего не вижу. Кругом. Давай, просто дох. Просто. Давай, вот туда. Фух. Вот это было. Они не придут, я надеюсь. Да вроде нет. Манекены. Ненавижу. Так, ладно. Давай посмотрим, что у нас тут. Пока что, куда бы мы ни попали, нам везде не очень хорошо. Приёб такой, что прям хоть тушите свет. Своем права. Пистолет, кстати, в игре крутейший просто. В отличие от вас. Так, мы поэтому поднимемся. Что-то... А, вон. Хорошо. Ладно, так и было спланировано. О, вот это по мне. Химерская снайперская винтовка. Прицел с большим увеличением и заряды с высокой скоростью полета делают ее эффективным оружием на дальних дистанциях. R1 – нормальный выстрел. R2 – Зари. А, удерживать. Понятно. Здесь кто-то жил. Судя по всему, та самая женщина, да?
гибриды, железные головы. Сколько мы убивали дронов? Рейвенджер. Что-то винтовка какая-то с одного раза не убивает. Я не понял. В чем прикол? А нет, нормально. Упадать просто надо, да? Свободен. Еще есть? Пластинки слушали. Жутенько. Представьте, в таком месте жить. Серьезно. Так, сейчас возьмем патроны и пошли дальше уже. А, это отдельные патроны, я понял. Второй выстрел используется, что-то иное. Какая пакость. Молодцы африканцы. Нормально. Пусто. Никого нет. Было бы странно, если кто-то был бы. Это что? Есть подозрение, что эти двери не просто так снаружи сколочены. Вот эти вот значки, они явно означают, что там, допустим, живые, может, остались. Ну, раньше означало. Сейчас тут, похоже, уже все перемерли, кто мог. Блин, ты посмотри. Тихо, не падай только. О, да, сколько у вас? Сулин убежал, походу. Все, нет. Вот еще остались. Я их трогать не буду, пожалуй.
Ты просто посмотри на это же ненормально. Дорогой Санта, я хочу, чтобы мой дедушка поправился, а бабушка перестала плакать. А еще я нарисовала картинку, чтобы ты передал ее маме и папе на небесах. Еще мне нужны зеленые карандаши. С любовью, Бетти. Какой кошмар. Может быть, вот это Бетти. Все, что от нее осталось. Просто нафиг уходим отсюда. Музыка. Люди. Блин, надо помогать. Смотри, он целый почти. Заходим. Да, блин. Я так понимаю, у вас отнюдь не один и не два, да? Да, как так вообще? Нет, все-таки я люблю целиться на геймпаде от Xbox. Вот, по-моему, удобнее. Еще подходи. Позиция у меня, конечно, просто шоколад. Эти все как-то неудобно. Охлаждением сносишь и смотришь потом на фейерверк. Так, мне нужна аптечка, по-любому. Эй, ты! Еще видит. Да, сейчас, подожди. Там слишком много. Просто набегают корованы. Давай, все, давай туда пошли, короче. Умер, нет там. Нет. Здравствуйте, до свидания. Ой-ой-ой-ой, вот это влупили. Какого хрена? Мне нужна аптечка по-любому, хоть как. Вон там, я думаю, будет. Ну, похоже, у нас проблемы. Нормально. 4 еще процента. Хорошо.
оно, то, что надо. Какой тебе новичок? Я Элис, а это Гленда и Мартин. Стреляешь неплохо. Да, такой парень, как ты, нам бы пригодился. Еще бы, но это к Чарли. Опять летят. Рассыпаться и пускать их к самолету. Я буду справа. Я налево. Сейчас попут. А ты кто такой? Еще одна проблема. А то без этого не хватало. Его нельзя подпускать. Давайте почитаем про варвара. Кто это вообще такой? Так. Гигантская версия гибрида, способная выдержать большой урон. Понятно. Машина для убийства, громоздко движется. Основное оружие — атомайзер. Держитесь на безопасном расстоянии. Всегда используйте. Короче, бегите от них куда-нибудь подальше. Все как всегда. Здесь врагов заметили очень много в этой игре. Если в какой-нибудь похожей другой игре вы встречаете там, допустим, 10 врагов, здесь вы встретите штук. Ох, валим. Здесь мы встретим штук 50, наверное. Посидим здесь, пока корабли не улетят. Ну конечно, улетят они. На втором этаже. Хорошо, берите. Кто знает, что нас ждет. Элис, это Чарли! Я иду, вы где? Мы засели в пивной. Не беспокойся, мы на стороже. У нас здесь новый друг, он нас выручил. Отличный боец, Чарли. Скорее возвращайтесь в убежище и друга приводите. Выйдем, как только небо очистится. С запада к нам летит корабль! Слушайте, бейте их на улице. Не подпускайте их к дверям, ясно? Нет уверенности, что все пройдет так гладко. Вышли. Кузнечики были там, нет? Офигеть. Еще штук 10 высадил. Мозг потерял, хорошо. Отлично. Еще идут с юга. Да сколько их там? Так, этого товарища надо быстрее. Давай. Да. Все, мозг потерял. Отлично. Я пошел искать аптечку. А вот они. Они идут. Осторожно! Сейчас мы его порешаем. Вот так. Вот.
Так, мы тут готов. На лестнице! На какой лестнице не дошли еще? Там подлетает что-то еще хуже. Они идут с запада! Ну, что, давай. Да я вижу, не так много. А нет, уже многовато. А, блин, все время нажимаю это. Ой, спокойно, только снится. Кто-нибудь. I need help. Все, пошли убивать, короче. Живой еще, что ли? Готов. Вот это мясо идет. Это хорошо. Я люблю мясо. Где оно? Пистолет вообще просто волшебный. Еще? Этот разброс. Разобрались! Мы все просто молодцы. В небе ага, чисто. Мы. Кораблей нет. Это наш шанс. Пошли! Эй, сзади! Это было как надо. Живей! Так, сейчас пойдем, подожди. Я маленько осмотрюсь. Здесь наверняка что-то интересное. Патронов, допустим. Давай, сюда! Ладно, пойдем. За мной! Скорее! Вы, то есть, вот так просто бросите самолет свой? Ну. Давай, надо идти! Ну, я не знаю прям. Забудь о них! Валим отсюда! Давай, сюда! Живей! Давай, давай, давай. Ой, 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 куда я? Черт, я подумал, что мне все, край. Вот это было круто. Хорошая работа, парень. У тебя есть стиль. Он еще и симпатичный. Он женат, Гленда. Не видишь? Кольцо. Что, комплимент ему нельзя сделать? Ревнуешь? Хватит. В убежище Чарли решит, что с ним делать. Что за Чарли? Чарли здесь главный. После того, как пришли Химеры, он собрал всех нас вместе. Всех нас, выживших. Чарли служил в армии офицером. Это он тебе сказал? Он не был офицером? Он не был в армии. По крайней мере, официально. Вот прихлили сюрприз. Что значит неофициально? Отец Чарли был сенатором. И хотел, чтобы он учился в колледже. Политика и все такое. Чарли отправился в Гарвард, но по дороге свернул в Форт Беннет. Пробрался на базу, вломился в кабинет командующего, подделал какие-то бумажки, и в армии появился новый сержант. Похоже на Чарли. Так, ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии уже посмотрим, что там за выход, что там за Чарли. В этом городе мне нравится гораздо больше, чем на речке. Там было тупо мясо, здесь тоже мясо, конечно. Но, по крайней мере, у нас появились какие-то новые друзья, и история потихоньку развивается. Я думаю, мы с ними еще успеем познакомиться поближе. Ну, как бы там ни было, игра, не сказать, что прям дико такая там
что-то на уровне BioShock или Last of Us. Но крайне приятный, добротный такой боевичок. И, в принципе, я получаю именно удовольствие от геймплея. Стрелять это очень интересно. Ну и в остальном тоже все очень неплохо. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.